Сельхозпроизводители района перешагнули золотую середину в осенних полевых работах. На сегодняшний день в полях работает более 70 единиц техники. По урожайности лидируют соколовцы, а вот по количеству обмолота первые скалинцы. Уже вышли на финишную прямую. К концу следующей недели планируют завершить уборку зерновых. 8 комбайнов с утра и до позднего вечера не уходят с полей. Механизаторы торопятся, пока стоят погожие дни, чтобы убрать хлеб закрома. Кулешов Макаров Фомин и Акросы. Старший, у него уже третья уборка, средний второй год на полях и младший, совсем новичок, только с завода. Боевая команда лидеров. Их битва за урожай без потерь, одни только плюсы. Новая техника не подводит, а по сравнению со старыми Енисеями, говорит Андрей Фомин, грезы наяву и по производительности, и по удобству. Он и больше, и производительность больше, двигатель мощнее. Пшеничка в этом году подкачала, урожайность ниже по сравнению с прошлым годом. Засуха дала о себе знать. Зато овсы радуют. Убирают раздельно, косят, подсушивают, собирают. Волки широкие, высокие, полновесное зерно. Ну, это технология своя. Почему? Потому что, во-первых, как правило, овес дает хороший урожай. Ну, вчера поле убирали, 28. Если убирать напрямую, будут потери большие в любом случае. Во-вторых, в волках зерно вылежалось, высохло. Сейчас прямым ходом идет с поля и сразу склад лорос, не надо сушить ничего. Потери меньше всегда. Сухая соломистая масса, значит, соответственно, и потери меньше. У рачительных хозяев все идет в дело. Вот эту овсяную солому теперь не измельчают, оставляют в волках. Потом рулонит, зимой пойдет на подстилку скоту. Пока погода радует крестьян, зерно идет сухое. Без дополнительных затрат на просушку сразу возят прямо в склад. Кипит работа. Дорогу от склада до поля каждый водитель может закрытыми глазами проехать. За день получается на каждого рейсов 10, а то и больше. Работают в полную силу, от зари до темна. До 2, до 3, до часу. По-разному. Не только убирать, но и продавать успевают скалинцы. А зиму на семена реализовали по достойной цене – 9 тысяч за тонну. С остальным урожаем не торопится, время есть. Закрома надежные, зерно качественное, может и подождать повышение стоимости.